важен, если на пределе каждый первый-первый в своем деле. В деревне Саматовино спортивный праздник. В субботу здесь открыли новую площадку. Отдельная зона для подвижных игр, футбол и баскетбол, и зона для занятий воркаутом с уличными тренажерами. Площадку построили в рамках областной программы «Спорт Подмосковья». Сергиево-Посадский район активно принимает участие в государственной программе «Спорт Подмосковья». В рамках этой программы мы уже открыли в Римаше воркаут, открыли футбольное поле, открыли площадки другие в других поселениях. Но вот сегодня мы открываем площадку в Саматовино. Открытие площадки посетили глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев и глава Шемитовского поселения. Многофункциональная спортивная площадка, есть возможности поиграть в футбол, и волейбол, и баскетбол, и позаниматься и тяжелой атлетикой, скажем так, есть специальное место. Поэтому очень приятно, конечно, вдвойне приятно, что такие площадки открываются не только в наших городах, в городах нашего района, но действительно в деревне Саматовино. Я сегодня хочу пожелать всем успехов, здоровье и, конечно же, укреплять свое здоровье на тех объектах, которые мы для вас с удовольствием будем и дальше продолжать вводить на территории нашего поселения. С праздником! После торжественной части новые турники превратились в трибуны. Открытие площадки отметили соревнованиями шеминского поселения по мини-футболу. Алена Ромашкина, Антон Коврижных, программа «События».